Разбитые окна и оскорбительные надписи. В начале сентября в Вильнюсе, по данным литовской полиции, совершено 4 акта вандализма против белорусских сообществ. Атакам неизвестных подверглись офис волонтерской организации «Допомога», православный приход Константинопольского патриархата, костел и музей имени Ивана Луцкевича. Представители Демсил Беларуси в изгнании полагают, что за всем этим стоят спецслужбы Лукашенко. Это не какие-то разрозненные действия каких-то групп, это целенаправленная, спланированная операция. Главная задача и смысл и суть происходящего – это выстроить либо стену непонимания между белорусами и литовцами, а еще лучший вариант – создание ощущения такой вражды, неприятия одних другими. Кому это может быть выгодно? Совершенно очевидно, что здесь есть интересы и белорусского режима Александра Лукашенко, и Владимира Путина. С похожей оценкой выступает и глава «Допомоги» Наталья Колегова. На асфальте перед входом в ее организацию неизвестные написали: «Белорусским паразитам здесь не место». Надпись была сделана на литовском языке, однако с ошибками, что, по ее мнению, подтверждает версию следа агентов Лукашенко. Для меня это все-таки такие идиотские отчасти выпады, и во мне, понятно, страха такого нет. Я считаю, что это в первую очередь такая направленность. В Беларуси очень активно сейчас ведется программа «Путь домой». И о том, чтобы сказать, вы там никому за границей не нужны, возвращайтесь обратно, ну, посидите, ну, штрафы заплатите, но зато дома будете и всем будете нужны. Тем не менее, в литовской полиции пока не склонны связывать все преступления воедино и возлагать вину за произошедшее на некие силы извне. Сейчас столичные оперативники ведут следствие. Начато досудебное расследование по факту уничтожения или повреждения имущества. Пока сложно рассматривать это как провокацию или утверждать, что инциденты связаны между собой. Обстоятельства происшествия уточняются, и в ходе расследования будет установлено больше деталей. И в то же время в Министерстве иностранных дел Литвы косвенно разделяет версию деятелей белорусской оппозиции. В публичном заявлении ведомства прямо сказано, что действия неизвестных в Вильнюсе совершены по методичке КГБ. И это заявление согласуется с предостережениями литовских спецслужб. Еще в начале этого года контрразведка предупреждала о возможных провокациях. Мы столкнемся с большим количеством операций неконвенционального толка, охватывающих и действия физического воздействия со стороны вражеских государств. Акты вандализма, разрушение объектов исторического и культурного наследия, запугивание. По мнению литовских спецслужб, основная цель подобных преступных деяний – это попытка внести сумятицу, нарушить общественный порядок и нанести вред репутации Литвы. После 2020 года Вильнюс стал одним из центров сосредоточения деятелей белорусской оппозиции. Политолог и глава офиса правозащитной организации Freedom House в Вильнюсе полагает, что нападения могут быть связаны с предстоящими парламентскими выборами в Литве. Они состоятся уже спустя месяц. Могут быть группы, которые сознательно заинтересованы в том, чтобы обострить конфликт, недовольство, возбудить эмоции и таким образом сыграть на этом. Есть немало подозрений, что за этим всем скрываются службы Лукашенко или Кремля. Но вместе с этим, помимо заказчиков, нужно говорить и об исполнителях, о том, кто этим занимается. Мы знаем, что на совершение подобных провокаций ранее, например, написание оскорбительных надписей и граффити, деньги достаточно свободно раздавались через телеграм-каналы. Летом этого года в Вильнюсе уже имели место акты вандализма против белорусских сообществ. В июле неизвестные осквернили здание сувенирного магазина, который открыл политический беженец из Беларуси. А в августе некто написал на стене Европейского гуманитарного университета, где в основном учатся белорусы, оскорбление в адрес Светланы Тихановской. В обоих случаях надписи на литовском были с ошибками, а задержание виновных пока не сообщалось. Денис Кишиневский, «Настоящее время», Балтия.